Давайте вам покажу одни настройки, которые необходимо отключить на своем мобильном телефоне. Это камера. Вы знали, что ваша камера работает всегда, вот даже если вы ей не пользуетесь, как фронтальная, так и горизонтальная, не имеет значения. Она у вас просто активирована, работает днем и ночью и может мониторить все и уже это хранить на серверах вашего разработчика. Ну а там думайте сами, стоит ли отключать или все-таки нет. Я вам это покажу, а вы, конечно же, поддержите видео лайком и расскажите об этом своим друзьям. Для этого просто нужно зайти в настройки, найти такой пункт, который называется приложение, затем зайти в разрешение, такой пункт, и выбрать следующий пункт, который называется автозапуск. Вот этот автозапуск. И смотрите, здесь камера, как видите, в автозапуске отключена. Вот эти, кстати, приложения тоже работают постоянно, днем и ночью. Вайбер, Телеграм, Инстаграм, вы проверяете еще какие-то у вас там, может, есть другие приложения. Знаете, они тоже работают постоянно. Ну, видите, как камеры здесь нет. Чтобы она появилась, в правом верхнем углу нужно найти три точки, нажать «Показать системное приложение», и здесь открывается еще и галерея «Авто», «Android Auto», «Poco Launcher», «Камера». И мы вот так вот отключаем те приложения, которые мы не хотим, чтобы они работали, и мониторили все, что мы делаем. Вот такая вот настройка. Как видите, я отключу еще галерею, камеру, и буду спать спокойно.